Привет, ты на канале Рыбаки. Давай сегодня нарисуем большую яркую гусеницу цветной масляной пастелью. Рисуй со мной. Меня зовут Ваня. И рисуем очень просто. Для этого, для начала я возьму маркер и нарисую кружочки. Рисуй со мной кружочки. Да. Ага. Начинаем. Кружочки очень просто. Я здесь начинаю. Вот здесь один кружок. Смотри. А, нет, начну сверху. Вот здесь. Один кружок. Второй кружок. Третий кружок. И такие кружки, они друг за друга цепляются. Четвертый кружок. Пятый кружок. Шестой кружок. И я думаю, нужен ли мне седьмой кружок? Я думаю, не мог решить. И прям думаю, как же мне еще нарисовать один кружок, чтобы моя гусеница была как можно длиннее. Мне нравятся яркие гусеницы и длинные. И сегодня очень простой рисунок. Так что я нарисую еще седьмой кружок. Наверное, вот здесь. Вот тут он будет идти. И седьмой кружок тут. Нарисуем сразу глазки. И улыбочку. И, наверное, все. Сегодня будет гусеница готова. Почти готова, но еще не все. Смотри, теперь я буду раскрашивать. Моя гусеница разноцветная. Она вся разноцветная. Я беру светлые цвета. И выбери в своих карандашах, или в маркерах, или в фломастерах, или в масляной пастели, или в красках. Возьми самые светлые цвета. К примеру, голубой. Голубой цвет светлый и как раз нам подходит. Потом желтый цвет. Он светлый, и мы тоже раскрасим. Каждый кружок, который мы сейчас видим, мы будем раскрашивать одним цветом. Например, желтым. Теперь я хочу взять такой зеленоватый. Я взял не темно-зеленый, а светло-зеленый и раскрашу. Следующий кружок у меня будет розоватый. Я использую все светлые оттенки. Не темные, а светлые. А потом мы возьмем и темный, и будет здорово. Взяли. И следующий, какой светлый оттенок может быть? Еще можно взять голубой, но мне кажется, хорошо подойдет вот такой вот. Он не желтый и не коричневый. Он светло такой бежевый. Я бы назвал его какой-то, не знаю, какой-то желто-темно-желтый, может, например. Темно-желтый. Хороший. И я не забуду про серый цвет. Мне серый цвет тоже нравится. И он не темный. Я возьму светлый серый цвет и тоже его. Отлично. Так. И теперь остался один цвет. И какой же цвет? Я хотел взять бы оранжевый. Мне кажется, оранжевый очень подойдет. И мне хочется его взять. Но я возьму не темно-оранжевый, а светло-оранжевый. Хотя вот у меня желтый-желтый. Возьму синий. Я не могу решить. Ну, давайте оранжевый. Мне кажется, оранжевый подойдет. Он немножко похож на этот, но все-таки здесь более теплый, а здесь такой более тусклый цвет. Закончили. Теперь мы будем раскрашивать нашу гусеницу необычным способом. Вот, например, для голубого я возьму синий и нарисую усы, синие усы. Синие усы и челочку моей гусеницы. И щечки нарисую, хи-хи-хи, и ушки можно нарисовать. Все, мы это нарисовали синим цветом. Теперь для желтого я возьму оранжевый цвет, ярко-оранжевый, и нарисую оранжевые какие-то узоры. Любые узоры ты можешь нарисовать. Я буду рисовать полосочки. На этом кружочке я рисую только полосочки. Только полосочки. И сразу же нарисую ручки. Ручку сюда и ручку сюда. Ну, можно сказать, что это ножки или какие-то щупальцы маленькие у гусениц. Отлично. Теперь мы взяли зеленый, светло-зеленый. Но мы светло-зеленый не будем рисовать. Мы возьмем темно-зеленый. А темно-зеленым мы нарисуем какие-то другие узоры. Мне хочется нарисовать с темно-зеленым кружочки. Я все нарисую в кружочках. Кружочках. И рисуя такие яркие рисунки, мы учимся быстро рисовать и смешивать цвета. Например, темно-синий и разные узоры рисовать. А здесь у меня уже ножки пошли. Я сюда ножку поставлю. И здесь две ножки нарисую. И у каждого кружочка у нас есть два отростка. Здесь усики, здесь ручки, здесь ножки. Вот здесь ножки. Зеленый убираем. Теперь розовый. На розовый я возьму малиновый, яркий малиновый цвет.
Какой же узор мне нарисовать? Я нарисую малиновым цветом, к примеру. Подумай, что ты бы нарисовал, я сейчас подумаю, что. Я прямо сейчас придумаю. Я думаю, что можно нарисовать сердечки. Сердечки трудно рисовать, но хотя нет. Давайте нарисуем кружочки и полосочки. Кружочки и полосочки. Кружочки и полосочки. Перемешаем кружочки и полосочки. Получится тоже необычно. И тут же нарисуем две ноги. Две лапки, да? Теперь берем коричневый, светло-коричневый. И, конечно же, я возьму коричневый. Приходите, рисуйте со мной. Темно-коричневым я нарисую узор такой, смотрите. Темно-коричневый такой. Треугольнички. Узор такими зюзюками-треугольничками. Рисуем узор треугольничками. Треугольничками. Хо! И тоже две ноги. Одна здесь, а другая здесь. Ага, такая гусеница у меня ползет, идет куда-то, да? Так, теперь пойдем серый. Какой мы цвет возьмем? Конечно, черный. Черным цветом мы нарисуем полосочки. Ну, полосочки, даже не полосочки, а волны нарисуем. Вот такие. Смотри, я рисую волны, хорошо, надеюсь, тебе видно. Волны. Постарайся, здесь очень сложный рисунок. Если мама скажет, ой, как хорошо, что ты нарисовал, ты скажи, мам, это было действительно сложно. Мы придумывали разные узоры, мне приходилось самому их придумывать и реализовать тут же. Ножки, ножки тут поставим. И последнее, оранжевый. А для оранжевого мы возьмем ярко-красный цвет. Ярко-красный цвет. И думаю, что же нарисовать уже красным. Мы уже все нарисовали, только квадратики не рисовали. Ярко-красным мы рисуем много квадратиков. Рисуем нашей гусенице много квадратиков. Рисуем, рисуем, рисуем. Рисуем ей хвостик. И хвостик. И маленькие, маленькие ножки тоже. Там все-таки она бегает, да? Здесь рисуем сердечко. Рисуем ей дорожку, по которой она бежит. Это, наверное, зеленый листик какой-то. И все. Сегодня такой простой рисунок, можно сказать, простой, сложный рисунок закончен. Спасибо, если ты рисуешь со мной. И прям огромное тебе спасибо. Я очень рад. Если ты пришлешь мне свои работы в директ, это будет прям мне большая благодарность. Мамам и папам прошу отдельно, мам и пап, делитесь, если вас, ваш рисунок, если ваш сын или дочка нарисовал, что-то нарисовали, то вы можете поделиться в сторис, что вот какие классные рисунки, рисуем с Рыбакит, это поможет развитию канала Рыбакит. Спасибо большое еще раз, я буду продолжать, сейчас я не закрываю, я просто ставлю на паузу, немножко архитектурных рисований сегодня будет, мы будем рисовать Кремль через минутку, оставайтесь со мной.